Нас вызвали по поводу пожара. Пришли, посмотрели, что один обгорелый, только он ноги обжег. Ноги до костей вот так вот обжег. Ну, наверное, он алкоголиком был, наверное, он выпивший был. Так загорел, что ноги, он даже не узнал. Пожар был дома, да, внутри дома. Внутри дома. Это не где печка, а где, ну, лежит. Вот там вот в комнате. Может быть, от сигареты. Может быть, плиту он поставил и перевернул.